Привокзальная площадь на некоторое время превратилась в триумфальную. Московский поезд привез домой оренбургских артистов. Пятый фестиваль в Витебске стал для них не просто юбилейным, а грандиозным по успеху. Все исполнители стали лауреатами в своих номинациях. Отрадно то, что все наши 11 коллективов заняли призовые места. 3 первых места, 7 вторых, 1 третье. Плюс к тому еще поощрительные премии. По приезду в Оренбург мы будем готовиться с большими силами к следующему фестивалю, чтобы занять еще большее количество призовых мест. А соревноваться и правда было с кем. Участниками 5-го корпоративного фестиваля «Факел» стали более 1300 человек из 36 дочерних обществ «Газпрома». По общему количеству призовых мест оренбургские артисты превзошли своих конкурентов из других регионов России и даже Белоруссии. Юлия Кагадаева стала не просто лауреатом, а завоевала гран-при. Юлия Кагадаева. Награду ей вручал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Я думаю, что у любого артиста есть волнение, когда он выходит на сцену. Но я выложилась, я старалась, и вот результат. Все на высшем уровне. На самом деле фестиваль очень крутой. Серебро и бронзу в номинации «Джазовый вокал» также заработали оренбуржцы. Полную коллекцию наград собрали и в эстрадной хореографии. Лауреатом первой степени стал коллектив «Маленькая страна», который показал отрывок из своего выступления прямо на перроне. Хореограф настраивал вас перед выступлением? Что он вам говорил? То, что мы должны танцевать душой, чтобы зритель понял, что мы делаем на сцене. Вторые места у оренбургских артистов в номинациях «Академический и народный вокал», а также в бальных танцах и у эстрадной циркового театра «Иллюзион». Все выступления участников оценивали известные деятели искусства и культуры двух стран. Корпоративный фестиваль «Факел» проводится с 2004 года, и «Газпром-добыча Оренбург» его постоянный участник. Ольга Патрушева, Станислав Доминов. Наше время.